Всем добрый день, у нас новый день, новый влог. Я сейчас попью чай с колбаской. Сегодня утром, что девочки готовили, получилось, кто-то мою порцию съел. Ну ладно, не беда. Всем нарезала вот такую вот колбаску. И сейчас тоже попью чай. И крыскам кашку надо запарить. Я покажу, многие спрашивали, как я запариваю крыскам кашку. Тут, извините, Ваня пришел просто писать, звук послушать, конечно же. Поэтому приношу сразу свои извинения. Сейчас крыскам запарю кашку, а потом остынет, мы им обязательно дадим. Вот так вот я, ребята, в тарелке делаю. Тут у меня крупа семизлаковая и кошачий корм вот такой вот мелкий. Наложила, сейчас залью кипятком, накрою крепко крышкой и уберу, чтобы крепко-крепко пропарилось. Ни соль, ни сахар, ни масло, вообще ничего не добавляю, потому что крысам ничего это нельзя ни в коем случае. Почему мы берем вот такую вот крупу? Потому что там 6 разных круп, которые можно крысам как раз. Поэтому мы берем вот такую вот. Просто нам писали просто геркулес или просто овсянку брать. Ну, как-то не очень. Поэтому мы решили, что будем такую брать, да, Светик? И поэтому покупаем вот именно вот такую вот. Она недорогая. Вот эта вот пачка 37 рублей, по-моему. Поэтому вот так вот. Кашу же мы им, конечно же, не каждый день даем, где-то через день, поэтому надолго хватает. Ребята, у нас сегодня очень холодно. Ванюша в курточке гуляет. Просто ужасно холодно. Да, Ваня? Иди сюда, шапочку поправлю. Иди ко мне. Иди, моя зяя. Иди сюда. А я по территории хожу, то там что-то убираю. Сейчас пойду еще на грядки. Морковка опять зарастает, надо ее прополоть. Перчатки вот удела. Да. Гуляй. Машенька. Машеньке сегодня кроссовки принесли, подарили. Ну, знакомые. У него, у дочери, они стали маленькие, я так поняла. Он принес, отдал. Маша в них ходит. Да, Маша? Они тебе большевато, да, немножко? Ну, чуть-чуть большевато, но ничего, на вырост. Оксана тут качается. Папа потихоньку горбыль уже начал пилить. Егорка таскает. Папа пилит. Да, папа. Папа сейчас отдыхает после рыбалки. Ничего не поймал. Ну, душой отдохнул. Это самое главное. Вот бы мне бы как-то бы еще отдохнуть. Ну, вот начал, видите, понемножку пилить. Все что-то делает по чуть-чуть. Машенька! Знаешь, что сделай? Возьми пластиковый ящик, пустой любой. Нарвите травки. Для животных хорошо? Я с Ваней. Так, почему лохматая опять? Бегом, пока я с Ваней сижу, скажи Свете, пускай тебя заплетет. Бегом. Ругаться буду. Ой, тихонько, не падай. Ой, Ванечка, зачем замочек расстегнул? Ну-ка, застегивай курточку. Подними голову. Сегодня очень холодно у нас. Просто ужасно, да, Ваня, холодно? Качаться? Ну, садись качаться, садись. Ай, не сможешь, да, сам? Ой, заморался, да. Отряхиваться надо. Ну, правильно, отряхивайся. Вот так вот. Заморался, да, Ваня? Ой, все, отряхнулся, чистый стал. Ну, все, хорошо. Раскидал, да, кубики? Где у тебя остальные все кубики твои? Тама? Ой, господи. Тайсон опять кушать вынесли. Он опять, он кушает, стоит. Вкусно, Тайсон? Кушай, кушай. Белье развешали уже девчонки. Они постирали, я развешала. Да, ребята, многие спрашивали, девочки чем-то занимаются. Они на свой канал снимают, чем они занимаются. Вот эти дни, пока я себя плохо вообще чувствовала, они в основном все и кушать готовили, и прибирались, и все они делали. Они на свой канал снимали, так что проходите. Ссылочку оставлю в описании. Сегодня уже получше себя чувствую. Сегодня, правда, уснула уже в 4 утра. Ну, уже меньше. Уже хоть уснула и встала в 10. Все. Потом уже не стала ложиться больше. Все, заплелась. Во! А то ругаешь вас. Все, играйте тогда. Я пойду грядки полоть. Хорошо?
Ну все, пошла я грядки полоть, ну а вы оставайтесь с нами. Вот смотрите, куда они у меня лазят. Я тебя ругать буду сейчас. Ай! Глазки почему закрыты? Я что говорила, по доскам не лазить? Мамы нету, мама, грядки полят, они тут посмотри, где лазят. Опа. Стой, мама, шапку тебе поправит. Чудо ты мое в перышках. Хорошую шапку одевать не хочет, одел вот эту. Вредный. Пока мама грядки полят, они видите, что уже тут на горбуле лазят. Ты что так долго рвешь траву? Маш. Ну я смотрю, как ты много рвешь. Да. Она сама себя заплетать умеет. А. Да. У нас, знаете, что интересно? Вот у нас в соседе растет малина крупная. И к нам она тоже переросла сюда. Вот это вот тут малина. Мы в том году с нее, наверное, 2 литра собрали. Малины. Я еще в том году взяла сюда навоз, раскидала. Многие скажут, пересадить надо, но это ромашка. А я, наоборот, пытаюсь, чтобы она тут пока прирослась. Сейчас смотрела, ходила смородину. Так как куст у меня небольшой, но ягоды хорошо на ней много. Да, это цветочки. Да. Да. Ну. И розовые еще, и всякие цветочки есть. О, а, да. Чего ты считаешь там? Что ты говорила? Ну-ка иди сюда. Ты еще маленькая, гадать на ромашке. Ты че? Гадает она на ромашке. Любит, не любит, любит, не любит. Да, Оксана? Помните, как мы в детстве на них гадали? Не любит, любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Любит, не любит, любит. Любит тебя все-таки, да? Кто тебя любит? Ну-ка, рассказывай. Вкусно. Видите, сегодня она упала и нос себе покорябала. Мама, я тоже упала. Да, ты тоже упала. Да, Ванечка молодец. Ладно, гуляйте. Да. Ну, Ваня, не ходи туда, Вань, там травка большая. Иди вот здесь играй. А где тут все мишки? Да, не знаю где. Ну, а хорошо. А это вот такие лапки. Покажи, убери ручки. Пальчики. Вот такой красивый цветок. Это анюткины глазки называются. Как будто похожи на мишку. Да. О-а нашел, да. У тебя привычка говорить о-а. Вот что ты хорошую шапку не хочешь одевать? Одел вот эту старую и ходит в ней. Ну, по идее, во дворе это никто не видит, да? Ой, какие у тебя цветочки красивые прям. Красота, да? Ну, дети цветами занялись. Ой, сегодня холодно, я в тоненькой водолазочке вышла. И я прям замерзла. Оксана, тебе не холодно? Ты джинсовку просто одела? Не, как так жарко сегодня, холодно, и ветер такой сильный гуляет. Не, мама, да. Щавель, не трогай ничего, там нету щавеля у нас. Я знаю, что его можно есть, но у нас он здесь не растет. Он растет. Ну, в некоторых местах. Да. Он еще маленький, не трогать пока его. Вот когда он подрастет, папа вам сам нарвет его. Да, цветочек сорвал, да? Да, молодец. Маша опять качается. Маша, ты свинкам дала сено? Свинкам дала сено? Надо дать свинке и Шуше, и у мальчика в комнате Шуше и белкам. Ну, листик маленький. Ой, какой цветочек, сыночка, аккуратно. О, какая дыра. В брусь, видите, что все выено. Вон че. Ужас. Аккуратно, Оксана, не дай бог стукните его. Мама,
Какой ветер сегодня сильный. Мама, мама. Ну да, покачался, чтобы цветочек. Марина, ну-ка иди сюда. Иди сюда, пожалуйста, подойди ко мне ножками. Хорошо, розовые цветочки ты ищешь. А что динозавр у вас валяется? Скажите, пожалуйста, Ваня. Чей динозавр? Мамин? Твой. Поставим, пускай динозавр ходит. Это мы когда-то в фикс-прайсе брали, он ходит ножками так. Но он уже не работает. Ваня быстро у нас ломает все, да, Ваня? Ваня быстро все ломает? Да. Вот так вот он и в обычные качается у девчонков на руках. Да, забор сам легкий. Вон там сломанный забор нынче будет, папа, если успеет все сделать. Ой, планов много, времени не хватает на все. Да, аккуратно надо. Не надо на забор залазивать. Не надо туда ходить. Многие написали, что ей будет жарко в этих сандаликах. Не, ребят, у нас не всегда жара. Поэтому ей будет хорошо. У нее есть на случай, нам присылали подписчики, есть сандалики открыты. А это вот в такую погоду да во дворе бегать, чтобы она не спотыкалась, не падала. Удобная. У тебя вот сандалики есть, что тебе еще надо? Они мне большие ждали. Как так большие стали? Они тебе нормальные. Так, юбочку одерни. Почему юбочка? Некрасиво же так. Мама, мы не знаем. Да. Да я вижу, что ты Маринину юбку одела. Ну ладно. Она тебе была маленькая, теперь она тебе большая. Поняла, она тебе была маленькая, теперь она тебе стала большая. Да. Ну. Я стою просто на них, смотрю, улыбаюсь. Ой, работы много. Ваня тут делает. Да. Перышко, ну. Гусиный у нас гусь когда-то такой был. Оксана, у тебя некрасивая юбка, задрата и некрасиво. Ругать буду. Ладно, играйте, я пошла дальше грядки получить. Смотрите, ребята, там Света, а Ваня к ней побежал. Да я знаю, там земляника растет, она еще не поспела. Света, ты почему без кофты? Ну иди домой тогда, не сиди, заболеешь, не дай бог. Ваня, иди вон играй с девочками. Я за ними пока смотрю, потому что больше пока некому смотреть. Все заняты пока своими делами. Да, ребят, мы никуда не уходим. У нас нет зоопарка в городе. У нас ничего такого нет. Музеи сейчас все позакрывали. Все позакрывали. У нас музеи есть, но вот в музеях в этих у меня дети уже были, им уже не интересно туда идти. У нас ничего такого нету. В лес мы ездим, но вот еще пока не сейчас, еще рано. Оксана, юбку одерни или иди штанишки одень. Некрасиво. Тем более ты ноги так раздвигаешь, как не знаю что. Ванечка бегает. Ваня тоже футболку уже вся вылезла. Ой, господи. Сейчас вот погода получше настанет, и опять будем стирать полосы. Стирать нынче буду, наверное, вот на тех камнях. Попробую туда воду таскать и там стирать. Ну, а там видно будет уже потом. Щит, муж говорит, у меня времени нету делать. Делай, если хочешь, сама. Самой делать это тоже проблематично. Поэтому не знаю, как быть. Ну, что-то придумаю. Мне так стол какой-нибудь вынесу с летней кухни. Тот же самый стол. На нем буду стирать. Маша прибежала. Вот так вот, ребята, мы и гуляем. И Ванечка там сел такой шкодный.
Это свой двор, это хорошо. Вот, знаете, сейчас самоизоляция, это вообще чудесно. Мои дети ни с кем не контактируют, и я знаю, что все в порядке. Давай, иди играй. Так что, да, у меня у детей есть подружки, есть друзья, но сейчас они пока никуда не ходят у меня. Они сидят тут, гуляют во дворе своем и ни с кем не контактируют, потому что я боюсь, я переживаю. Как вот у нас в группе писали уже, что в нашем городе уже 3 зараженных. И поэтому страшно. Страшно становится за своих родных. Особенно за детей, за родителей. Ну, так как у меня родителей нет, я в основном переживаю только за своих детей, за свою семью. Мне кажется, многие со мной согласятся. Что случилось? Что, Марина, случилось? Ну, у тебя нормально все. Ладно. Оставайтесь с нами. Егорка выпустил курей гулять, да я тебя не снимаю. У нас куры вот здесь вот только гуляют. А то мне некоторые написали, знаешь, что куры грядки перекапывают. У нас там огорожено все, как они могут перекапывать-то. И тут же тяпается картошка. Не снимай. Все, не снимай. Ваня в футбол играет, пинает. Пинай мячик сюда. Вот, догоняй, пинай его. Пинает, главное, орет. Футбол. Опа, вставай. Ты мужик. Молодец, отряхивайся. Пинай мячик. Вот такой вот молодец. Сильно пнул. Вот так вот. Футбол. Любит футбол. Он даже смотреть футбол любит. Да, футбол. Пинай сильней. Пинай, пинай, сына, пинай. А вы говорите, зачем я много мячиков покупаю? А то как-то я покупала тут 2 дня подряд мячики, мне писали, зачем вам столько мячиков? У нас Илья уже 2 мячика порвал вот наподобие таких. Он на поле уносит, где они со старшими играют, приносит уже весь рваный мячик. И получается так, что Ваньке мячики не все достаются. Тыщ! Не? Туда надо кидать. Ну, давай туда кидай. Вот так. Ну, потом там. Давай, иди пинай. Пинай, мячик тебе ждет. Давай, пинай его сильнее. Опа! Не получилось, да, пнуть? Вот молодец, умница. Вот смотрите, будущий спортсмен, будущий футболист. Да, этот у нас лопнул Илья. Не трогай, не трогай. Видишь, он Илья его лопнул. Зафутболили они его. Давай, пинай свой мячик. Не надо, Ваня, не надо. Вот молодец. Вот так молодец. Футбол орёт. Футбол, да, Ваня? Вот умница. Умница, разумница. Убежали девчонки, да? Ваня, вон еще мячик. Вон мячик, вон мячик. В траве, Ваня, Ваня, Ваня. Вон в травке мячик. Смотри, вон в травке мячик. Ай, твой мячик. Тоже футбол можно гонять. Да. Заморался, да, мячик? Ну, ну пинай его ножкой тоже. Вот так вот. Молодец, умница. Давай, играй. Футбол. Футбол. Да, Илья порвал, да. Видите, вот. Видите, как Илья порвал весь мячик? Тут порвал, тут порвал. Ну, еще пока можно. Ва, Оксанка там выскочила и убежала. Маринка. Давай, пинай им. Нет, не хотят доиграть, убегают. Ну, давай маме пинай, мама с тобой будет играть. Давай маме пинай. Вот так вот. Ладно, будем играть.